Прошедшие выходные порадовали жителей региона солнечной октябрьской погодой. Она идеально подошла для проведения ежегодного благотворительного осеннего фестиваля на территории конно-спортивного комплекса «Алмазово». На мероприятии собрались ребята с ограниченными возможностями здоровья из различных городов Московской области. Это ежегодный благотворительный осенний фестиваль. Организаторы – благотворительный фонд «Рождественская звезда», конно-спортивный клуб «Алмазово», в котором мы сейчас находимся, и Общероссийский народный фронт Московской области, региональное отделение. На открытие приехали почетные гости. Депутат Государственной Думы Александр Толмачев, помощник уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ольга Кузнецова, заместитель главы городского округа Щелково Дмитрий Толмачев и другие. Мы рады, что вы сегодня приехали к нам на Щелковскую землю. Всем счастья, здоровья, успехов, всего самого хорошего. Хорошее настроение – это залог вообще дальнейшей жизни нашей. И чем мы с вами больше присутствует в нашей жизни позитива, тем ярче, интереснее она у нас насыщена. И я всех поздравляю с этим праздником, с нашим благотворительным фестивалем. Желаю, чтобы мы встречались как можно чаще, чтобы мы проводили с вами все интересное время. На фестивале гостям раздали 300 упаковок с сосисками от гипермаркета «Глобус», 500 порций попкорна и сладкой ваты. Ребята могли угоститься солдатской кашей и специально оборудованной полевой кухней. Также для детей был организован праздничный концерт, на котором выступили различные творческие коллективы. Ансамбль «Триумф», вокальный «Адреналин», группа «Нео Астрал», танцевальная студия «Надежды Бирюковой» и другие. Также в рамках фестиваля прошло награждение победителей регионального этапа первых международных детских инклюзивных творческих игр. Им же очень трудно все дается, гораздо труднее, чем детям обычно. И когда они научились играть на каком-то музыкальном инструменте, или, несмотря на то, что ему очень тяжело, его руки не слушаются, а он вышивает картину там метр на метр, да, крестиком, это же это невероятно совершенно. Так, например, ребята из города Балашихи получили свою заслуженную награду за участие в танцевальном этапе конкурса. Мы любим танцевать тут. Какие танцы? Ты тоже любишь? Я живу с этим. Супер. А какой твой любимый танец? Румба. Румба. А почему? Это очень красивый танец, и я буду впала в мое детство. В Московской области игры проходили в 6 номинациях. Из них награды вручили тем ребятам, которые смогли приехать. Отметили победителей в конкурсах изобразительного искусства, хореографии и музыкальном искусстве. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.